предположить, что это Лео Лиманчелло мне должен. Sorry? Должен? Да. Мы вместе его выпьем сегодня. А туда, на ту сторону, это не есть, да? Нет, это слэш. Их всего два. Thank you very much. Если вы вдруг пропустили мясорубку между казанским «Зенитом» и итальянской «Перуджей» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, то, проникнувшись атмосферой лучшего волейбола в мире, обязательно, слышите, обязательно приходите, приезжайте или прилетайте на ответный матч, который состоится в Казани 10 апреля в 19 часов по московскому времени. Ведь именно во второй игре решится все. Билеты еще есть на официальном сайте клуба, а местным тифози стоит отдать должное за нереальный драйв на протяжении всех 3 часов. Это тот, у них возраст и опыт команды, количество людей не влияет. Сама атмосфера, приятно даже играть. Наверное, в этом зале очень тяжело в полулиста работать, что одной, что другой команды. Our fans are amazing. They are ready to organize amazing atmosphere, and I am very happy. For our fans, for our club. Старенькая арена Пала Бартон забилась битком, чтобы помочь Dream Team Лоренцо Бернарди обыграть действующего чемпиона турнира. Леон Атанасьевич, Дечека Подрошчанин, Ланца Ричи Калачи против Нгапета Андерсона, Михайлова Будько, Вольвича Самойленко и Алексея Вербова в роли либера. And at least in the last 5 years where we've been the underdog. When we play volleyball, if we play game like this, you don't need motivation. The coach don't need to speak, you don't need to make video. You see this gym, I like playing it a little bit because of this, the fans are crazy. Today there was very fair play also, because after the game, they come to me. They say great game, you know, so it's beautiful, it was a beautiful day. Несмотря на поддержку трибун, начало остается за гостями, которые показали нереальные 80% в атаке. Перуджа ответила тоже неплохо, 68%. Кони стоят с одной и с другой стороны, какая защита. Но героем партии стал Эрвин Гапет, набравший 8 очков с показателем полезности плюс 8. Француз зарешал в концовке, когда Перуджа отыграла минус 3. Последний же мяч на счету Мэтью Андерсона, 25-22. Focus on the spectacular plays that they were making, and we were able to focus on playing volleyball, point by point volleyball, and moving on to the next point. Казанцы могли повести 2-0, если бы смогли реализовать сетбол во втором сете. При этом команда Владимира Алекна, в свою очередь, отыграла отставание в минус 3. Но у хозяев классный сет выдал Атанасьевич, набравший 8 очков во второй партии и 24 за весь матч, с очень достойным процентом – 24-26. It's a confidence, because we've been in the big matches so many times over the years, and we've been together so many years, that we're comfortable knowing that if we make a mistake, we're confident in our teammates to help us, or we're confident in our teammate not to make that mistake again. And our coach puts us in a great position. He lets us play the game the way we feel out there, but also have a good scouting report going into the match and knowing what our system should be. And then we can adapt from there. Подачи связующих стали изюминкой третьего сета. Усилиями Будько зенитовцы убежали с 9-7 на 13-7. По другую сторону сетки Лучано Дечека конвертировал 16-11 в 16-17. И вот здесь казанцы могли бы начать нервничать, упустив столь солидное преимущество. Соперники существенно снижают процент в атаке. Зенитовцев тащит Андерсон, реализовавший 6 из 6 атак. А хозяев Леон с 7 очками. Михайлов свой мяч забил, а Атанасьевич ударил в аут. 27-25. You can win just if you believe in yourself, if you believe to in your team, and if you play like a team. That's what we do. We have the team with a lot of experience too. Verbo, Maxi, we were 6 points, but nobody
start to be nervous. And this is the most important. It was we win this set. Четвертый сет получился худшим для казанцев, у которых поплыл прием. 5 ошибок за сет в этом компоненте, плюс всего лишь 35% в атаке. А Леон не дал зенитовцам приблизиться ближе, чем на 2 очка. 20-25. Леон, он играет и тянет на нем этот результат. Команда образующий игрок. Все решающие моменты решал он. In the fourth set we lose our aggressivity a little bit, our concentration. When I work with you, I'm stronger than before. Казанцы начали тайбрейк с 3 ошибок на подаче. И сразу же вспомнился ответный матч с Гданьском. Но зенитовцы держали свой съем, хоть и уступали к пересменке сторон 7-8. В этот момент на арене сломалось табло, и команды доигрывали встречу, ориентируясь лишь на счетчик на судейском столике. Дечека логично загружал Леона на тайбрейке, который в итоге стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков. Вы спросите, кто же был круче в этот вечер? Во-первых, Мэттью Андерсон, набравший 5 очков в 5-й партии и 20 в матче, реализовав космические 83% в атаке. А во-вторых, конечно же, Эрвин Гапет. Посмотрите лишь на этот нереальный сейв, после которого Самойленко ставит важнейший чехол. Эрвин, браво! Очень рад за Эрвина. Только бандюган по натуре, рекламный щит его не остановит. Я думал, что он там переломал себе, он встал. С этим характером люди только играют. Молодец он. What is beautiful for me in volleyball, like every time go, spectacular. Good day for volleyball, and we win. Затем Нгапет зарабатывает переходящий мяч на подаче для Андерсона, который чуть позже ставит эффектную точку в первом суперматче двух достойнейших соперников. 15-13 и 3-2 в пользу казанского «Зенита». Победа с «Дримтимом» дорогого стоит. В этом зале вообще вся команда выдержали, молодцы. Но эта победа же, знаете, тем более с этим счетом ничего не значит. Шаг, там, даже ни шагом не назовешь. The difference is one ball. When you lost 27-25, the tiebreak 15-13. I am very proud of our game, because our players, they play one amazing game. But the difference is not so big like the previous season. You have to believe, because it's possible to win in Kazan. Small things that separate the winners from the losers in these matches. And if we played again tomorrow, it could have been a different result. But, you know, I like our chances against anybody in the world, and you can obviously see we're playing well. What's the game most important of the season? The team prepared this game very good, and we make a good result. Stay concentrated, stay focused, because we know Perugia is a very big team, and they can call Kazan and win 3-0. We make an important team, but the most important is after 1 week. Never win one important game when my father was in the never. He was so happy, you know, because every time he come I lose. It was important for me to go with him. Stop. Пусть это и был очень крутой, яркий и эмоциональный матч, завершившийся победой зенитовцев, глупо отрицать, что главной станет вторая игра в Казани. Две классные команды показали космический уровень волейбола, а исход решили мелочи, цена которых лишь возрастет 10 апреля в 19 часов по московскому времени в центре волейбола Санкт-Петербург. Билеты еще есть на сайте клуба, а вот ваша поддержка, возможно, станет решающим фактором. Летим домой, готовиться к ответной встрече. Чао, сеньоры! Подарки от волейбольного клуба «Зенит Казань». Если вдруг вы окажетесь в городке Перуджа, то вам необходимо приехать к волейбольной арене Пала Бартон, обойти ее с задней стороны, где начинается парк. Собственно, в одном из деревьев мы оставляем символику и сувениры от волейбольного клуба «Зенит Казань». Эй, давай, Эрвин Гапет! Эй, давай, Эрвин Гапет! Эй, давай, Эрвин Гапет! Подпишись на канал, у тебя выбора нет. Окей, no problem. Woo! Woo! Woo!